Апошнія званкі прагучалі ў школах Магілёўскай вобласці. У гэты дзень са школай развіталіся амаль 17 тысяч выпускнікоў. Літаральна праз два тыдні, 10 і 11 чэрвеня, іх чакаюць выпускныя балі. Развітальны вальс у выкананні старшакласнікаў і дынамічнае выступленне піянераў на роліках. Гэта апошні званок у Магілёўскай гімназіі нумар 3. Словы падзякі настаўнікам змяняюцца пажаданнямі ў адрас выпускнікоў. Я надеюсь, что то желание учиться, которое мы заложили с ними по разному способу, может иногда часто с трудом, но все-таки поможет им достигнуть именно успеха в той области, которую они для себя выбрали. Пытаемся растить нормального, мужественного, хорошего человека, который пойдет в жизнь, и даже придумали ему специальность вместе с ним. Какую? Ну, можно уже открыть, наверное, тайну, да? Будет пытаться поступить в криминалистику. Интересно, почему такой выбор? Это был его выбор, его буквально да, изменился. Да. Выпускница Шукуфа Сулейманова сёлета стала лепшей вучаніцай гімназіі, перамагла ў рэспубліканскай алімпіядзе па англійскай мове і атрымала магчымасць паступаць у любую лінгвістычную ВНУ Украіны без экзаменаў. Я поняла, что самое главное – это трудолюбие, неважно, сколько ты талантлив, но самое главное – это действительно постоянно учиться и не давать себе передышек. Начинать учиться в 11-м довольно тяжело, поэтому, думаю, надо с первого класса как-то уже стараться находить себе какую-то тягу там, к химии, к русскому, чтобы вот ее как-то развивать, и тогда им будет очень легко и просто учиться. Для гэтых выпускников гимназийское братство – не просто словы. Сумно развитываться с одноклассниками, что стали лепшими сябрами. За годы учебы в гимназии мы стали практически семьей. Все очень сдружились, все очень любим друг друга и будем встречаться в последующие годы, да. Мы друзья не разлей вода, и после школы обязательно будем встречаться. По традиции, у знак развитания с детинством выпускники запустили у неба поветренные шары. Надея Мяшкевич, Виталь Вопсил, Новини Регион.